Я, кстати говоря, как раз иду с работы. С работы? Поэтому я решил помочь тебе найти новую работу. Найти новую работу? Правда, сейчас не в какое-то заведение. Это разовая акция. Отказываюсь. Опять похабщина какая-то. Да ничего такого. На этот раз все законно и целомудренно. А самое главное, общественно полезно. Общественно полезно? Ладно, могу хотя бы выслушать. Работенка, не бей лежачего. Нужно с утра занять очередь у Гифуумы и купить кое-какой особый товар. Само собой, я все оплачу. И все так просто? Да, так просто. А получишь 3000 йен. Я с утра очередь заняла, чтобы купить какие-то там фигурки. Благодарим за ожидание. Мы открыты. Черт, они для меня все одинаковые. И кто из них Этим Гейл Шан и Антим Гейл Шан? И, господи, прости. Вот он, держи. Большое спасибо. Такео что, и вас попросил его купить, Кабаяши? Вроде того. Чего, фигурки? А где они сейчас? Да. Да я уже заказчику их передала. Как будет еще такой заказ, я тебя позову. Да, спасибо вам. Эй, Сосуке, это же был... Да, перекуп. Сработает здесь целой группой. Ты идиотина, черт вам! Принцесса? Не могу поверить. Подумать только, моя свита с перекупом якшается! А перекуп это что такое? Человек, приобретающий товары и затем перепродающий их в разы дороже. Из-за перекупов не достается вещей обычным покупателям. Эти черти скупают только популярные вещи, и товар моментально пропадает с прилавков. А поскольку товара больше нет, люди вынуждены обращаться к этим самым чертям. Соответственно, вещь дорожает, и перекупы повышают стоимость. Начинают еще активнее запасать товар. Вот оно как. В общем, они скупают товары не ради тех, кто не может купить их сам, а вовсе наоборот. Они создают искусственный дефицит и задирают цены раза в 3 или в 4. Из-за перекупов страдает рынок, порядочные покупатели, поставщики, вообще все на земле. Злейшие экономические террористы! Истинные враги человечества! Вот кто такие эти перекупы. То есть я враг человечества? Да, ты будешь вечно гореть в аду.